В Индии гонки на валах – это древняя традиция, которая хорошо сохранилась в сельской культуре. Они проводятся после окончания сезона урожая, на праздник Экадаши. Так фермеры отдают дань благодарности своим надежным помощникам – валам. Эти события собирают людей из разных деревень, чтобы праздновать и больше общаться друг с другом. Традиционная трасса проходит на широком поле или вдоль деревенской дороги. Валы запряжены деревянными телегами, а наездники погоняют и кричат на них, чтобы те двигались еще быстрее. Зрители обычно собираются на обочинах или вокруг поля. Атмосфера наполнена радостью и всегда с восторженными возгласами. Предварительно валы украшаются красочными лентами и цветами, а их наездники готовятся к гонке с большим энтузиазмом, так как участие в гонках является почетным для фермеров. Так они показывают свою смелость, навыки и гордость за свою работу. Эти гонки также сближают сельское и городское население. Служит неким мостом между поколениями, передавая традиции от старшего к молодому. И это также средство сохранения культурного наследия и привлечения внимания к важной роли сельского хозяйства в жизни страны.